свисти, не свисти, а воды в речке Нижний Ингомакит не наблюдается. Урал пересекает протоку Замодис. Следующим рейсом мы на нем поедем ниже километров 15. А с этой стороны бежит речка Кала, продолжение Чины. Пока что воды мало, как пойдем, не знаю. Вот по такой речке придется нам сплавляться. Завтра мы пойдем этим путем. Вот здесь нам надо будет пройти завтра. Дождь идет, холодина. Костя, он наловил хариоза, чистит, сейчас будем кушать. Вот это участок дикой Каларской тайги. Ну что, ребятишки, узнаете родные места? Вот так вот достается труд, когда в алюминиевое весло целый день руками трешься, а потом... Еще такая история. Решили, что это был медведь. Забыли главную изюминку сегодняшнего ужина. Это луковые колечки мучной панировочки. Едуем, сидим, а вокруг мошки и вообще тьма. Не дают спокойно попить какао. Просто тропический ливень. Без остановки шпарит. Какая марка-то рыба? Таймень? Сейчас глянем. Таймень, ага. Почему нижняя? Одна нижняя, одна верхняя? Где-то одна слева, одна справа. Две нижние. Вот сейчас вот поставили на этот. Вот это зимовью. Окна выбиты, двери выбиты, внутри тоже беспорядок, похоже, мишка по хозяйке. Мошка-то летает. Это... Очень много. Здесь особенно. Значит, стоим вот тут на скалочке. Сегодня у нас ночная ловля. Ловля на мыша, так называемая.